однажды медвежонок рассказывает мне грустную-грустную историю, которая могла произойти только с медвежонком. И больше ни с кем. Ни с кем. Мишка-ел, Мишка-ел, не вымыв лапу. Ай-тап туда. С лапы мед на землю капал. Ай-тап туда. Еж над ним смеяться начал. Медвежонок насвинячил, медвежонок насвинячил, медвежонок насвинячил. Тот ответил: ай-тап туда. Смущенно тот ответил: ай-тап туда. Смущенно тот ответил: я медведь, я намедведил, я медведь, я намедведил, я медведь, я намедведил. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лавровские встречи». Я и ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях семья Михайловых, Александра и Елена. Здравствуйте. Из города Москвы. Привет. Начали мы с такой веселой ноты. Вот. Понятно, что вы артисты, да? Боже, по этой песне. Ну, расскажите, как она появилась в вашем репертуаре? Мы с Сашей работали и встретились. После распределения и встретились, познакомились в Центральном детском театре. Тогда он так назывался. Сейчас это РАМТ, Российский академический молодежный театр города Москвы. И, естественно, там часто приходилось выступать перед детьми и в концертах выезжать. И вот мы решили... Мы слышали эти песни, слышали уже готовые песни, которые очень нам понравились, и мы решили их выучить, и мы их выучили, и с радостью их исполняли и тогда, исполняем и сейчас. То есть мы... А инсценировку как вот вы придумали? Это так вот родилось. То есть мы услышали... Лаптуба, вот откуда взялось? А это пел исполнитель. А кто автор? Нет, это сочинил, Михаил, да. Яснов, по-моему, это питерский детский автор, да. Совершенно замечательный. Стихи, Яснов, да, а... вообще у него замечательные детские стихи. А композитор Владимир Щукин, который вот написал многие лирические песни. В предыдущей передаче мы пели его «Храм твой, Господи, в небесах» на стихи Николая Степановича Гумилева. Ну и очень много альбомов именно посвящено детям. Значит, вы познакомились... В Центральном детском театре. Да, в детском театре. Да, и да. Так вот возрастали из детского театра. Да, из детского, да. И выпорхнули оттуда. Оба. Одновременно? Да, одновременно. Что, у вас переходный возраст закончился? Очевидно, да. Да. В каком-то смысле, да? Но песни остались с нами. И, вот, да. И вы знаете, самое удивительное, что вот нас вот благословил на творчество святейший патриарх Алексей II. Так получилось. Как потом, как? Уже в 90-м году. Вот, потому что наш духовный отец, вот отец Федор Соколов, про которого мы немножко говорили в первой передаче, вот он очень... Ему, он полюбил наше творчество. Он говорит, вот когда святейший Петр приехал освящать наш храм, который мы тоже строили вот 10 лет, ну, вот он тогда только-только начал... Спасо-преображение в Тушино. Вот. И он говорит, ребят, спойте что-нибудь. Ну, конечно, мы очень волновались. И вот мы тогда исполнили три песни. Вот третья песня была «Слава Богу за все», на что его святейший так поднял голову и сказал, ребят, запишите мне кассету. И вот помните, мы начинали это песню... Это был 90-й год. «Если, Господи, это так, если праведно я живу, дай мне, Господи, пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял Твою». Mm-hmm. И вот мы поняли, да, что это знак.
Угу. Вот это было очень удивительно. Но я здесь к чему хочу это сказать, что буквально через несколько там, буквально через, ну не знаю, пару два лет, года, да, пару лет, когда освящали уже другой предел, потому что храм был абсолютно разорен, храм Преображения. И, да, святейший опять был приглашен, службу, он освящал, и батюшка говорит, давайте детское, говорит, детское спойте что-нибудь. А святейший вот приехал с монахинями. И вот они так радовались, и вы знаете, это действительно вот какой-то, ну, знаете, сказано, будьте как дети. И мы поняли, что это не только детям можно петь, это можно петь. И он нас благословил на вот этот второй диск, это он называется «Пойте, детки, Господу». Такой, mm-hmm. вот такой было это. И вот там песня такая, как бы сказать, тоже на стихе Михаила Яснова, да, музыка Владимира Щукина, вот, да, песня называется «Кисунья, крысунья». И вы ее сейчас исполните. Ну, если вот получится, я не знаю, как по голосу сейчас мы немножко так. Ну, вот, надо она, с утра. Да, надо иметь такие распеть. Вокальные данные, чтобы спеть ее. Она уже стала в наших кругах народной. Я добавлю, что вот эти детские песни, у каждой песни есть свой почитатель, да, такой, да, поклонник. Да? Вот, например, про Мишка, значит, у нас есть иеромонах Иероним, который. Вот очень любит, он говорит, да, говорит, значит, медведь на медведил, а я, значит, наермонашил. Ну, вот так вот, ну, такой. Не, да, а, например, вот эту песню, которую мы сейчас поем, «Кисунья, крысунья», мы ее спели в прошлом году в Свято-Елизаветинском монастыре в Минске, и она так полюбилась регенту Матушке Илеонии, что она ее с послушницей по ролям разучила. На рождественском празднике она ее исполнила, и потом прислала нам видеоролик, как они репетировали. Это вообще... А я перед этим, она смс-кой прислала, что мы готовим. Я говорю, матушка, а кто же, какую роль играет-то послушница там? Ну, она говорит, ну, я, конечно, крысуня. Вот. Ну, вот мы сейчас, чтобы не томить, споем эту песню, да? Итак, Михаил Яснов, музыка Владимира... Так заинтриговали, что я уже не могу. Музыка Владимира Щукина «Кисунья и крысунья». Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисунья, лежала, зевала, тихонько урчала, а мимо кисуни крысунья бежала. Сказала крысуня: «А что за манер? Мяу-мяу. Скажите, ну кто так зевает без мер? Мяу-мяу. Пора бы, любезная, помните, знать, что лапы нужно свой рот прикрывать. Мяу-мяу. К тому же какая привычка дурная. Облизывает лапы, покоя не знай. Мяу-мяу. Пора бы, любезная, помнить и знать, на лапы микробы нельзя их лизать. Мяу-мяу. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора бы, любезная, помнить и знать, на улице надо красиво лежать. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисунья, лежала, зипала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала. Вот такая история. Да, поучительная история, может быть, притча даже. Да, да, вот-вот. В некотором роде. Надо думать, да, что говорить, кому и когда, и как. Да, да. Ну, вот так вот. Хорошее настроение. Я вот и уже вторую передачу. Мы вместе, я вижу, какой у вас большой диапазон. И сколько много дает Господь, когда вот человек прикасается к духовному. И в этом хочется жить, существовать, слушать. Душа радуется. Господи, думаю, как, почему раньше мы этого не знали? Что-то мучились, там, страдали. Ну, это тоже, видимо, нужно было в свое время. Конечно. Пройти все эти коллизии. А, ну, а сейчас что? Вот на данный момент, вот, кроме работы в театре,
и выступления, что-то у вас рождается новое, что-то вы сейчас разучиваете. Вы знаете, у нас был очень хороший повод, ведь мы же все вот такие не авторы, понимаете, к нам просто не спускаются, как вот к Игорю Растеряеву, там что-то он говорил, у него спускается мелодия, потом он ее загоняет в аккордеон. Вот, к нам ничего не спускается, мы ничего не загоняем. Но у нас есть такие поводы, которые мобилизуют нас. Вот хочешь, не хочешь. Вот мы переносили спектакль «Тихая моя родина» в театр Апарте, из театра Вахтангова после закрытия малой сцены. И нашей творческой группе, которая состоит из нас двоих, и нашего режиссера Владимира Владимировича Иванова, режиссера театра Вахтангова и заслуженного деятеля искусств, и художника Максима Обрезкова, который сейчас главный художник театра Вахтангова, это вот наша такая творческая группа, уже два спектакля мы работаем. Вот нам пришло в голову, что мы не просто переносим, а что у нас новая редакция, должно быть что-то добавлено еще. И он говорит: ну вот приготовьте мне что-нибудь, ну вот из чего выбрать? Типа, мы приготовили 18 песен, но мы их не выучили, мы тексты сделали, мы ему положили, себе положили тексты, разучили это, как это подыграть на гитаре, но по текстам, чтобы знать, что учить, что не учить. Мы, значит, сыграли 18 песен, он говорит: вот все, что вы сыграли, вот я бы, все мне нравится. Но говорит, вы хотите заменить старые на эти? Мы говорим, ни в коем случае. Старые уже вот, они выверены, проверены. Он говорит, ну если добавить, то только песни три. Мы говорим, хорошо. У нас послушание такое. Вот, субординация. Он говорит, ну давайте пишите, вот какие вы три считаете. Мы все пишем, Саша пишет, какие он бы хотел три, а какие три, он какие три. Он говорит, ну давайте еще добавим по две, посмотрим, что совпадет. У нас совпало три песни, у всех вот совпало три песни, которые в первом номером. Он говорит, вот так, я, значит, уезжаю на гастроли, а вы, пожалуйста, вот за эти две недели выучите эти три песни, и следующая встреча будет, вы выучите эти четыре даже, по-моему, четыре на всякий случай, давайте четыре. Вот. И вот это стимул, понимаете, оно как? И поэтому это очень здорово, что у нас есть стимул, да, есть стимул. Вот, ну, вот есть, вот нас это подстрекает, как бы, потому что так бы мы бы и нам и старые нравятся петь. Вот чем нам нравится существовать вот в этой профессии, что нам никогда не скучно петь вот то, что и играть то, что мы играем, и петь то, что мы. Потому что каждый раз эта песня она затрагивает какие-то такие. Какие там струны, и все проживаешь как заново, ты вот во всем этом. И вот если вы позволите, мы сейчас, поскольку сейчас очень хороший год в том плане, что у замечательного русского поэта Николая Рубцова юбилейный год, 2016 год, 80 лет со дня рождения. И мы очень, как бы сказать, рады, что в нашем репертуаре и в нашем спектакле есть его четыре песни. И название тоже у нас, вот «Тихая моя родина», оно было раньше, это тоже по песне Николая Рубцова. Мы думали, вот мы хотели бы что-то спеть, и подумали, что все-таки вот лучше вот песни, чем «Тихая моя родина», нет. Вот мы просим вот такого благословения исполнить. Давайте, музыка мы не знаем чья. Я сразу скажу, стихи Рубцова, а музыка мы не знаем чья. Нам напел ее наш друг, ныне покойный, к сожалению, иеромонах Никон, который был в Даниловом монастыре. Он нам ее напел, вот, напел. И он говорит, я где-то что-то слышал. А где мы не можем этого найти? Вот сколько мы слушали, это может, не те варианты. Может, после этой передачи найдется. А может, и найдется, Но она уже получилась немножко такая наша интерпретация. Но мы уже что-то там как бы свое добавили. Вот. Ну, так что можно, да, батюшка, благословить? Тихая моя родина. Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. К
купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы и река Соловьи, мать моя здесь похоронена. Детские годы мои, где же погост вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители: это на том берегу. Новый забор перед школой, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Спасибо, Господи. Хочется даже и помолчать после этой песни. Я думаю, каждого русского человека, да, эта песня затронет душу каждого русского человека. Вот я хочу сказать, что эта песня Николая Рубцова, она отнюдь не единственная. В этом году у нас были, вот, кстати, о планах, да, вот план, он есть такой план, сделать вечер памяти Николая Рубцова с нашим режиссером и привлечь авторов-исполнителей и исполнителей, которых мы знаем, которые прекрасно тоже это поют. И очень много замечательных совершенно песен, и веселых тоже есть песни, очень шуточные у него, он же с юмором, такие вот, вот у Александра Суханова есть песня «Душевная». Это очень смешно. «Постучали в дверь», он так делал, «постучали в дверь», «открывать не стал, я с людьми не зверь, просто я устал». «Может быть, меня ждет за дверью друг, может быть, родня, а в душе испуг». Вот, и с таким юмором, такие разные у него песни, такие серьезные, конечно, это настоящий русский поэт. 80 лет со дня рождения, 3 января, исполнилось, но год еще юбилейный, еще это не освящено. Он бы мог еще и жить. Ну да, он же молодец, сука. Молодой был, да.
Царская песня. Николай. Трагедия. Да. Ну ладно, что поделаешь. На все воля Божья. Но нам осталось от него такое наследство, такие замечательные стихи, просто замечательные. Вот я считаю, что как-то вот он продолжатель Сергея Есенина, который, конечно, тоже, я думаю, что юбилей его в прошлом году прошел, но как бы хотелось, чтобы он не проходил, потому что мы еще об этом как следует и не узнали, что такой юбилей со дня рождения Есенина 120 лет. Не, то есть хотелось бы, чтобы как-то это поярче было, что это уже народный поэт. Вот. Вы знаете, это должно на государственном уровне. Ну, инициатива. Конечно, конечно. Кто знает, тот знает. И да, помнит, кто знает, и кто молится. Знает. Но хотелось бы просто потому, что, ну, знаете, это уже на его стихи песни поют, по-моему, и не только... уже в разных странах, если так говорить, конечно. Вот, ну, пришла пора нашей финальной песни. Как-то быстро передача, так... Быстро. Да. Передача летит. Я все время прошу, чтобы увеличивали. Не успеваю ничего. Да. Столько много интересного, о чем хотелось бы рассказать. Я думаю, что зрители тоже, ну, хотят. Потому что у людей у вас есть масса информации. Мы вчера разговаривали, да, просто, да. И наговориться не могли. У меня такое ощущение, что мы друг друга уже знаем, просто давно не виделись. Ну да, да, да. И, ну, абсолютно, да, точно, абсолютно точно. Да. Да. Вот. Ну а теперь так, я думаю, оно и будет. Будем встречаться и, думаю, да. Дружить будем. Дай Бог. А вот финальная песня. Ну, вы знаете, нам вот приходит сейчас вот в голову то, что хотелось бы спеть вот эту песню, с которой, собственно, началось вот это благословение святейшего патриарха Алексея II. Это как раз песня «Слава Богу за все». Вот мы ее, может быть, исполним немножко в сокращении, потому что, на самом деле, там очень интересная история, начиная с того, что ее написала монахиня Антония в миру Пержикова Анастасия Степановна, «Калека от рождения». Питается милостыней. То есть мы нашли такое... наш друг принес такую, так сказать, бумагу, на которой была написана приписочка после стихов, что вот то, что я сейчас сказал, и плюс «Дух бодр», такая приписочка, «Дух бодр, пример стояния в вере». Вот, эта песня, вот «Слава Богу за все». А почему я сказал, что она большая? Просто мы ее, в общем-то, нашли, ну, и вот нам передали из Пюхтицкого монастыря, Свято-Успенского женского монастыря, в котором мы очень часто в свою юность ездили. Вот, мы там недалеко венчались у отца Василия. Это, в общем-то, была наша первая кассета, еще такая кассета. Да. Многие сейчас даже не знают, что это такое, вот эти маленькие кассеты. И вот нам кассеты. Рассказывали просто, что, оказывается, некоторые куплеты добавляли просто сестры, матушки. И матушки. Там одна была послушница Ольга, говорит, она добавила еще один куплет, она очень в молодые годы умерла, но оставила потрясающий след о себе. Вот, то есть удивительно. Но мы сейчас вот, ну, просто в силу нашего действительно вот времени мы исполним... Я хочу сказать, что вот этот первый кассет нас очень поддержал тоже архимандрит Иоанн Крестьянкин, что когда вот мы подарили, и он послушал, что вот Татьяна Сергеевна, вот Келенец его сказал, говорит, что вот ему, говорит, нравится, говорит, ваше творчество, он благословляет вас этим заниматься дальше. И для нас это тоже была очень вот такая молитвенная поддержка. И мнение старца для нас очень было важно тоже. И, кстати, на спектакле «Матрёнин двор» он тоже нас благословил, вот, в 5-м году уже его не стал. Да. И от отца Иоанна Крестьянкина именно эти слова, что человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. И так вот, слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый и опытный старец. Он не раз говорил, непрестанно твердил: слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда нам мириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты заболел,
занемог тяжело, и не можешь с постели подняться. Значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если можешь, покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он тут дался. Знай, Господь не по силам тебе б не послал, не ропщи, а люби, смиряйся. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будет печаль и болезнь и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Нужен чистый творить волю Божью всегда. Может быть, мы и будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в глазах, и родными не будем любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкатится старость. Но всегда ты тверди и всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый и опытный старец. Он не раз говорил, непрестанно твердил, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Спасибо, Господи. Дорогие мои, к сожалению, наша передача подошла к концу. С нами были супруги Михайловы, Александра и Елена, наши гости из Москвы. Я благодарю вас за те минуты теплые, которые мы вместе провели. Спасибо. Думаю, всем это нам нужно, всем будет полезно и духовно. Вот. Спасибо, батюшка, что нас пригласили. Нам это очень приятно, да. Нам очень дороги с вами нам встречи. Нам вас очень понравилось и на приходе, и вообще и в Питере. Для нас в этом году Санкт-Петербург открылся совсем в других гранях. Другие грани нам открыли. Спасибо, Господи. С Богом-то... Слава Богу за все. Да, Божьей помощи всем, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. Всего доброго.